Как начать бизнес без собственных вложений или как начать зарабатывать, не имея никаких средств? Это, наверное, самый часто задаваемый вопрос в моих соцсетях. Есть три пути, как это сделать. Первый – это качай свои навыки, прокачивайся, стань экспертом в какой-либо из сфер. Сейчас в Ютубе тысячи-тысячи часов видео бесплатно, на котором можно научиться и стать крутым дизайнером, крутым копирайтером, SMM-щиком и так далее, и уже монетизировать свой навык. Второй способ – это посредничество. Все очень просто. Найди уже действующий бизнес, договорись о более низких оптовых ценах, продавать дороже. Тоже очень сложно, с этого не сложно, с этого можно начинать свой бизнес. И третье, наверное, самое большое, самое масштабное – это привлечение инвестиций, привлечение капитала под свою идею. Об этом я буду очень много говорить в будущих видео, но пока ты знаешь, что это возможно получить средства под свою идею, при этом ты ничем не будешь рисковать, даже если ты обанкротишься.